среди множества узлов, представленных в книгах и интернете, я обнаружил один, содержащий совершенно необычную для других узлов структуру. Этот узел у Эшли представлен под номером 1422 без названия. Название ему дает Десмонд Мандевиль в своем алфавите. Там он является буквой «К» и называется «Килкенни». Вяжется он следующим образом. Сначала вяжется обычный полуузел. Второй полуузел начинается как в бабьем, с вот такого вот перекрестка. Но далее все вяжется по другой схеме. Ближний ходовой конец обносится по дальней стороне, а дальний по ближней. Завершается вязка Килкенни пробивкой ходовых концов вот в эти симметричные относительно вертикальной оси окна. Вот этот узел Десмонд Мандевиль называет Килкенни. В таком виде узел имеет 10 пересечений, но их число может быть уменьшено, если узел представить вот в таком виде. В нем всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пересечений. При затягивании получаем Килкенни. Как я уже говорил, Килкенни содержит необычный элемент, который сверху выглядит вот так. Это восходящий обнос, который тут же деформируется так, чтобы ходовые концы шли вниз. Такой элемент встречается еще только в одном узле, а именно в Наутилусе.